всем привет. Знаете, кто это? Мы приехали на телеканал ОНТ. Вот, подтверждение. Вот, смотрите, чтобы вы понимали. Видите? Мы ждем, сейчас будем презентовать клип «Босиком» с Ильей Шапирой. Я расскажу в прямом эфире, почему мы задержали выпуск клипа на год. Тебе страшно? Поэтому, Илья. Себя боишься ты, я это вижу. Я очень тебя смотрю влюбленную. Там типа, знаешь, такие, да, вот это вот все, и я там тебя по руке могу погладить. Да, 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 Катя, да, вот оно, понимаешь, кто сыграет. Мы уже наконец-то идем с мероприятия. Попили, покушали. 12 часов. И пусть все проходит мимо, нас это не касается. Ждать невыносимо то, что нам так нравится. Дай мне свое тепло. Мне нужно твое тепло. Да, зари, утоли мои печали. Стала забегала, при нормальная такая еще. Мы покушать в кафе там. Зайка упадет, она, нет? Пока у нее упадет, едем. А знаете такую программу, короче, это типа машина едет, и они поют песни. А у вас есть это? Дайте жару, дай жару. Как его, радио. Включите, пожалуйста, знаменитую песню какую-нибудь. Включить? Включить. А я не знаю. Любое радио, где песни будут играть. Если мы ее узнаем, всем привет! Я только что ударилась об вашу ручку боковую, кстати, мне это штраф. А я только что ударилась об вашу ручку правую. Вы умнички. Я просто устал очень. Все проходит мимо, нас это не касается, ждать невыносимо. То, что нам так нравится, дай мне свое тепло. Не нужно твое тепло. 135 тепло.
Мы вам записали новую рекламу. В 135 тепло. Включайте. Ой, капец. Мужчина. Все. Ля-ля. Йогуртом по губам. Ау. Просто. Звучит португальский. Знаете, что пингвины, да, на самом деле, некрофилы, гомосексуалисты. Пингвины? Yeah.
происходит? Кто вы? Кто вы? Секс-машина! Мы едем куда-нибудь или нет? Да, погнали!